Радость для детей, украшения для города. Сразу три фонтана заработали в центре Бендер. Таким образом, городские власти решили охладить улицы города в жаркую погоду. Фонтаны будут работать ежедневно до конца августа. Последнее приготовление к запуску. Одно нажатие кнопки, и в лучах солнца засверкали кристальные брызги городского фонтана. Прошло совсем немного времени, и у фонтана начинают собираться бендерчане, чтобы отдохнуть и охладиться. Вода здесь чистая и прохладная, то, что нужно в знойный июльский день. Не только для детей, даже для стариков. Имеем чем дышать. Нужны городу фонтаны? Обязательно. Прохлада, шум воды, успокоение. Детки, видите, как играются. Очень хорошо. Детям нравится, это самое главное. Можно провести время, особенно такие жаркие дни. С 9 утра и до 9 вечера будут работать еще два фонтана. У Дома культуры имени Павла Ткаченко и каскад на Центральной площади. Все расходы по обеспечению их ежедневной работы взяло на себя государственное предприятие водоснабжения и водоотведения. По понедельникам подачу воды будут приостанавливать в санитарный день. То один день нам дается на профилактику, на мойку, потому что вода, она у нас в этих фонтанах, она оборотная, она подпитывается. Ну, в связи с тем, что детвора купается, выплескивается вода. Тут находятся люди, они подпитывают фонтаны городской водой. Все фонтаны моются, чистятся, собственно, смазывается. Оборудование насосное, оборудование приводится, также делается ему текущий ремонт. Решение о ежедневной работе городских фонтанов принято главой города в связи с жарой, чтобы смягчить воздействие палящего солнца на горожан. По работе фонтанов вот на распоряжение филиалу Бендерскому водоснабжению водоотведения. Фонтаны включены, уже у нас работают. Весь период жаркого времени будут находиться в работе. В ежедневном режиме городские фонтаны будут работать до конца августа. Елена Тиченко, Екатерина Чеботарева, Анзелинский, Первый Приднестровский телеканал.